В вознесенских казармах начала работу весенняя ярмарка. В начале дачного сезона ярославцы запасаются саженцами, семенами, рассадой, удобрениями и садово-огородным инвентарем. Для многих работа на земле не только удовольствие, но и возможность сделать запасы на зиму. Подобные ярмарки пользуются неизменным спросом. Городская власть дает возможность приобрести все необходимое к весенне-летнему сезону в одном месте. Для дачников и огородников важен качественный посадочный материал. Ярославцы дважды в год посещают ярмарку. Нынешняя работает до 9 мая. Со времен Советского Союза у нас сады, огороды – это важная часть нашей жизни, которая, в общем-то, в кризисные времена спасала многих своим хозяйством домашним. Это еще одна из поддержки малому бизнесу, который тоже может реализовать вот через такие ярмарки какие-то свои выращенные деревья и так далее. То есть это, во-первых. Во-вторых, обмен информацией.